Сегодня вечером произошло столкновение автобуса 11 маршрута из Дова. Причина данного происшествия сейчас устанавливается. Пострадало 5 человек, еще 4 человека отказались от госпитализации, 5 госпитализированы. Значит, всем оказана необходимая медицинская помощь. Скорая помощь работала оперативно. На месте присутствовали сотрудники областной службы спасения и МЧС России, противопожарная служба, первая часть. На данный момент угроз ни дому, ни здоровью остальных пассажиров нет. А травмы какие? Травмы черепно-мозговые, они стандартно ставятся при любом дорожном транспортном происшествии. Остальные характер травм, может быть, мы узнаем уже в процессе, после заключения врачебных комиссий. Тяжелых нет? Тяжелых. А за психологическую помощь? На данный момент за психологической помощью не обращались. Вот. Со всеми оставшимися на месте пассажирами произведена разъяснительная работа. Вот. Люди разъехались по домам. Вот. Автобус был не сильно заполнен пассажирами, поэтому больших жертв автобус. Это уже не к нам. Спасибо.